Всем привет! Давайте сегодня посмотрим, какой расход покажет Mitsubishi ASX с двигателем 1.8 на вариаторе. Машину недавно завел, проехал пару километров всего. Вот, сейчас расход показывает 12.7. Ехать мне, ну, плюс-минус там 130, наверное, километров. В принципе, можно будет посмотреть по одометру, сколько я проехал и какой расход, в принципе, стал. Сейчас почти полный бак и показывает дальность хода на этом топливе 630 километров до заправки. Но эти показания возрастут по мере снижения расхода. Сейчас 11.6 уже стало. Как дальше будет, посмотрим. Вот туманочки светят, да, красиво. Слепит все, что можно, а на дорогу не светит. Ну вот, проехал несколько десятков километров. Расход упал уже до 6.6. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, сколько осталось до заправки. Показывает. Ждем, что будет дальше. Еще ехать и ехать. Еду 90-100 где-то. Но позже будет дорога с ограничением движения до 50 продолжительное время. Так что кусок этой поездки будет с небольшой скоростью продвигаться. Ну сколько там, буду ехать около 70. Там все везде камера и полтинник. 6,5. 11 градусов. Днем 25, а ночью 5 было. До 5 доходило. Ну, по крайней мере, по зату ночью. Сейчас 11. Вот эта дорога. Ну, кстати, знак вот. Полтинник, ограничения. Сейчас после поворота еще там знак будет. И вот так вот одни знаки, знаки, знаки. С ограничениями скорости. Какая-то дурацкая дорога, если честно. Не обогнать и нормально не разогнаться. Вот опять 50, камеры. Да и 40 были до этого знаки. Да и будут, наверное, еще. 50-40, 50-40. Вот и едешь вот так вот. 60 км в час. Ну, 65. Плетешься. А попадешь с каким-то грузовиком, все. Вообще. Церковь красивая. Здесь сейчас чуть поменьше расход будет. Вот видите, все еле-еле едут вот так вот. До Москвы. До Москвы прям. Вот так вот, полтинники. А до Москвы еще ехать и ехать. Потому что деревня. Сейчас 6,2 расход. Или, как говорится, тише едешь, дальше будешь, да? Скорее всего. Есть прошаренные, кто знает уже, где камера установлена. Вот видите, камера, да? Вот она сверху была. И сейчас камера определенный промежуток времени не будет до следующего поворота. И вот начинаются тут обгоны. Вот населенный пункт закончен. Да, все, можно, допустим, разогнаться. Но этот разгон будет, сейчас сами посмотрите, недолгим. То есть опять вот начинаются ограничения. Но сразу не может полтинник стать. Вот 70, потом 50. Все. Все, приехали. Камера. Вот для пешехода переход, камера. Даже вне населенного пункта. То есть всю дорогу. Некомфортненько ехать, так скажем. Проехал
Ну, плюс-минус 100 километров. Расход 5,8 показывает. Значит, посмотрим, сколько до заправки теперь пишет. Ну, 730, я говорю, расход уменьшается. Ну, естественно, борткомпьютер понимает, что до заправки еще больше километров можно проехать. Ну, пока как-то так. А средняя скорость какая? 66 км в час средняя скорость. Ну, как-то так. Едем дальше. Посмотрим, что будет в конце пути. Я практически приехал уже по пробегу. Но, в принципе, можете сами там посмотреть. Я не знаю, сколько получилось по километражу. Но можете глянуть начало видео и конец видео, и все будет ясно. Но зато могу сказать по расходу. По расходу получилось вот как есть, 5,6. Ехал со скоростью со средней 62 км в час. Я думаю, неплохо. Ну, светофорчики, естественно, там где-то что-то. Вот. И 650 км до заправки. По-моему, меньше километров было, когда я выезжал. Когда расход был там 12 или сколько. Ну, я с автозапуска обычно запускаю. Поработает, я не еду на холодном автомобиле. Прогрелась, вышел, пока она там тарахтит, вот расход получается. Изначально, когда выезжаешь, там литров 12 показывает. Ну и, соответственно, потом падает, падает, падает. И вот сейчас за этот пробег стал 5,6. Он так и есть. Ну, то есть, он не врет, борткомпьютер. Я же понимаю, сколько я заправляю и сколько я проезжаю. То есть практически полный бак был. И вот мне хватит доехать туда-обратно, туда-обратно. Но это на больше 600 километров я накатываю на одном баке. Ну, в принципе, я говорю, так и получается по расходу. Все. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока.